Женщина с ребенком травмировались при падении кабины аттракциона в Центральном парке Караганды. ЧП произошло в минувшее воскресенье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кабина аттракциона сорвалась вниз, едва набрав высоту и скорость. В момент происшествия в ней находились мама с ребенком. При падении женщина сильно ударилась головой. Им была оказана помощь медиков. Обстоятельства происшествия расследует полиция. Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сегодня в Центральном парке произошло падение аттракциона вертолета. Пострадала женщина с ребенком. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Аттракцион находится в частной собственности. У собственника имеются все эксплуатационные документы. Перед началом сезона аттракцион прошел экспертизу. В данный момент ведутся следственные действия.